Вопрос ценовой ситуации на рынке реализации куриного яйца обсудили на совещании. В последние дни эта тема стала предметом особого внимания и небезосновательно. Инициатором встречи выступило Карачаево-Черкесское управление ФАС России. Прошло совещание с представителями розничной торговли и Министерством промышленности, энергетики и транспорта республики. Альбина Ламкова продолжит тему. Рост цен на яйца в России стал одним из следствий ускорения инфляции. Подорожание невозможно не заметить, поэтому важность темы неоспорима, было отмечено на совещании. По данным Управления Федеральной службы по государственной статистике по Северо-Кавказскому федеральному округу, с января 2023 года, по состоянию на январь, цены на яйцо куриное поднялись на 70%. Принимая во внимание актуально сложившиеся ситуации и то, как она отражается на потребителях, Федеральная антимонопольная служба рекомендовала своим территориальным органам на местах выступить с инициативой и провести совещание с региональными представителями организаций розничной торговли и республиканскими органами исполнительной власти в целях стабилизации цен на куриное яйцо. В соответствии с поручением Федеральной антимонопольной службы нами был проведен анализ, мониторинг на территории Карачаево-Черкесской республики для выявления производителей и крупных реализаторов яйца куриного. Нами были подготовлены соответствующие запросы, направлены, мы провели определенную работу, но на территории Карачаево-Черкесской республики таких субъектов выявлено не было, о чем мы направили информацию в Федеральную антимонопольную службу. Главной задачей встречи стало обеспечение баланса спроса и предложения, также возможность на добровольные обязательства со стороны региональных представителей торговли по самоограничению розничных цен. По итогам прошедшего заседания на площадке Карачаево-Черкесского управления ФАС России региональными представителями торговой сети «Склад заморозки» и крупных розничных магазинов «Рица Мир» и «Смарт» добровольно была поддержана инициатива антимонопольного органа по ограничению наценки на куриное яйцо, не превышающей 5% от закупочной стоимости. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.